Привет, друзья! Снова знакомая нам тарелочка. Подальше поставим. И снова лапша. В этот раз вот такая. Фиолетовая пачечка с какими-то снова китайскими чуваками. Один из них лысый, другой волосатенький. Вот. Вкус лапши кимчи. Не знаю, все ли знают, что такое кимчи. Кимчи — это вообще острая капуста. Изображено, как всегда, тарелочка, лапша в ней и овощи. Капуста, какие-то еще штуки. Ну, вроде вот как кусочки мяса подрисованы. Ну, тут навряд ли мы их увидим, конечно. С обратной стороны мы видим картиночки. Вот нарисована капуста. Тут она порезанная, тут мы ее типа кладем в лапшу. И очень все вкусно получается. Вот, ну, в чем сказать, особенность капусты кимчи. Делается она не из белокочанной капусты, которую мы привыкли видеть и покупать на рынке. Делается она с пекинской капусты. Внешне белокочанную напоминает немного по цвету. Но пекинская капуста вытянутая, как бы, ну, вверх. Вот. Листья у нее не так друг в друге сильно закручены, как в белокочанной. Ну, кому интересно, в интернете погуглите, что такое пекинская капуста. Вот. И как квасят. То есть добавляют перец, имбирь, перетирают между собой листья. И вот, и она не то чтобы, она не просалывается, как мы квасим белокочанную капусту. Она немножко вот как-то по-другому у нее процесс происходит. Ну ладно, дело не о капусте сейчас, а о нашей лапше. Вернемся к нашим баранам, как говорится. Открываем пачечку. Круглая лапша, как всегда. В принципе, по-моему, она стандартная. Пакетик убираем. Так. Угу. 3 пакетика. Ну, этот, как всегда, нам уже известный, это бульончик. Серо какого-то такого коричневатого оттенка. О, в этот раз он с зеленью какой-то. А, лук. Лук зеленый сушеный. Далее, самое интересное, разумеется, вот этот пакет, в котором капуста сама. Открываем. Нюхаем. Запах какими-то, если честно, огурцами отдает. С каким-то привкусом, с таким привкусом. Ну, ладно, вываливаем. Овощной запах. Ничего противного. Наоборот, такой приятненький он запашок имеет. Или аромат, точнее. Сейчас покажем поближе. Освещение у меня плохое, к сожалению. Ну вот. Такая капуста. Что-то тут еще. Красный перец вижу. Что-то еще тут есть. Вот зерна, как от болгарского перца. Так, возьму-ка я чуть-чуть попробую на вкус. Ой. Острая и соленая. Горло щипит. Сильненько остренькая. Так, сейчас немножко водичкой запью. Чтобы полегче было. У нас еще 3-й пакетик остался. Вот с такой оранжево-коричневой пастой. Ну, тут жир, я понимаю. Так, сейчас попробуем на вкус. Блин, да что такое? Тоже соленое и острое. Конечно, чуть вкус другой, с какими-то приправами, блин, еще запью.
Ой, что-то горло дерет. Ну да ладно, вываливаем все это дело в нашу тарелку. И заливаем водичкой. Блин, до сих пор горло печет. Заливаем. Пошел запах вот этой капусты. Так, перемешаем. И все. Сейчас я накрою тарелочки. И будем ждать. Ставлю на паузу пока что. Так, ну вот. Лапшичка запарилась. О, сразу опять аромат пошел. Аромат такой с русской кухней ничем не сравнить. Даже не могу сказать, на что похоже. Ну, выглядит вот так лапша у нас. Ну, как всегда, обычно. И вот тут всякие вот такие штуки плавают. Бульон с капельками жира. Но жир как-то вот неравномерно на воде так распределяется, интересно. Такое, знаете, ощущение, как будто вот, когда жир начинает застывать, и вот он такими катышками берется и вот гоняется уже по поверхности воды. Вот как-то и здесь так же, хотя тарелка горячая. Так, ну давайте я попробую бульон на вкус. Острый. Не сильно. С легкой такой кислиночкой. Кисловатенький оттенок во вкусе. А, вот, напоминающий вот какой-то, не знаю, чего даже вкус. Соевой пасты. И то, соевая паста разная на вкус бывает. Ну, как вам сказать, вот вкуса кимчи, именно вот капусты кимчи, которая как блюдо идет, как салат, как бы я не ощущаю. А кимчи я съел очень много, и разных видов, так сказать, там с добавлениями различных их фруктов даже было, с яблоками и с ананасами кимчи ел. Кстати, кимчи очень хорошо есть зимой, в ней много витамина С, и также в пекинской капусте содержится вещество, которое очень хорошо помогает от простуды. Если честно, я не знаю, что это за вещество, что за фермент, но вот такое мнение. Именно о пекинской капусте, не путать с простой белокочанной. Вот, ну все, буду я, пожалуй, кушать. Я даже не знаю, что еще рассказать про эту лапшу. Ее надо пробовать, потому что, ну, невозможно сравнить ни с какими другими ее продуктами вкус этот. Ну, так как я пришел со смены ночной, человек я русский, вот этой вот порции лапши я, пожалуй, не наемся. Я вот себе нарезал русской колбаски, русского сырка, налил большую кружку кофе с молоком. И буду кушать. Ну а также приятного аппетита мне и вам. Всем пока.